У Беларуси завтра День Конституции. Традиционно до этого свята во всех регионах школьники, яким исполнилось 14 годов, отримливают свои первые пашпорты. Авторитетные особы вручают документы переможцам олимпиад, призерам спортивных спаборництв и всем тем, кто, не глядя на юный возраст, уже сделал свой вклад в развитие страны. У Гомельской области подчас громадянско-патриотичной акции «Мы, громадяне Беларуси» свои первые пашпорты отримали больше за 500 юнаков и девчат. Одна из урочистых церемоний отбылась сегодня в Гомельском палацово-парковом ансамбле. Для молодых людей этот день безумовно знаковый, хвалюется каждый. Урочистая церемония, якая собрала лепших хлопчиков и девчат из всей Гомельской области, нагода асенсовать их новое становище – полноправного громадянина Республики Беларусь. С такими словами до удельников мероприемства вернулся старшиня Гомельского облвыконкома Геннадий Соловей. Конституция – это для нас самый главный документ, который отражен наши все наши и обязанности, и права. Конституция, которая гарантирует нашу жизнь и деятельность. Молодежь – это наша движущая сила. Молодежь – это тот потенциал, который мы должны сегодня растить и воспитывать для того, чтобы вы являетесь преемниками старшего поколения. Паспорт – это документ личности. Получая сегодня его, вы в первую очередь будете наделены правами, которые сегодня должны быть и нести ответственность, и обязанности. Каждый удельник свята отримал подарунок от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко книгу «Я громадянин Республики Беларусь», а так само Конституцию нашей страны и вокладки на пашпорт с национальной символикой от Белорусского Республиканского Союза Молоди. За урочистым вручением первого пашпорта сегодня упершиню за весь час основания этой традиции назирали и батьки. Нас переполняет чувство гордости за наших детей, потому что для нас это огромная честь присутствовать на таком мероприятии и получить такой документ в руки нашему ребенку. Очень приятно, что мы получили именно в Гомеле. Мы всегда участвуем во всех конкурсах. Спасибо за то, что оценили наших детей. Очень приятно. Евгения Якуш-Скалинковича не раз займала высокие места на районных конкурсах доследчих работ и риторичного майстерства. Стала третьей и у семых покровских адукационных читаниях. А кроме того, она удельник волонтерского отряда «Клопот». У Гомель приехала разом с сябровкой Аленой Малашченко, якая так само отримала сегодня первый пашпорт. Алена так само волонтер, только у отряда «Милосердность». В этом году девчина заняла третье место на районном конкурсе «Энергомарафон-2020». Я с большим трепетом держу паспорт в руках, меня переполняют эмоции и чувство гордости. То, что паспорт я получила здесь, в торжественной обстановке, а не в паспортном столе, этот день мне запомнится на всю жизнь. Очень сильно волновалась, но безумно приятно получить паспорт именно здесь. Усяго за час проведения акции у Гомельской области свои первые паспорты отримают больше за 500 девчат и юнаков. Вероника Гамсюкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».